Это лучшие графические работы, которые студенты привезли из творческих поездок. Под открытым небом они учились творить, чтобы живо и полно передать особенности естественного освещения и объекты изображения, оценив их художественную и эстетическую значимость, выделив наиболее интересные мотивы и сюжеты. Это лучшие работы за прошлое лето наших студентов. Прошлым летом они были на Байкале, в Приморском крае, в Сидиме, в Андреевском городке. Такой молодежный форум у нас проходит. Чем отличается этот год? Ну, наверное, качеством. На холстах молодых художников дома, люди, природа, разные сюжеты и видение на морскую тематику. Приморье студенты показывают дерзко и экспрессивно. Когда ты находишься на природе, перед тобой полная свобода и творческая, и тебе не нужно никуда идти. Ну, мы выезжаем полностью на природу, там в течение 1-2 недели, и ну, находимся полностью в этом состоянии. Этот пленэр я провела на Байкале, как и в позапрошлом году. Посетила замечательнейшие места на восточном побережье Байкала. Написала много работ в живописи, сделала графику. Момент, когда ты выходишь с утра, еще солнце не взошло, ты садишься, ну и ты, то есть, на свежем воздухе, с природой начинаешь как будто общаться. В этот раз в экспозиции над живописными этюдами, наполненными игрой света и переливами цвета, превалировала графика. Работы выполнены в разных техниках и материалах, от наброска до длительного рисунка. Оценить, насколько богата на новое художественное решение была пленэрная поездка 2018 года, можно будет в галерее «Арка» до 27 марта. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.